Разнообразные викторины и конкурсы, пенная вечеринка и залпы праздничного салюта. В честь Дня России в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде прошел масштабный танцевальный фестиваль. Около 1000 человек собрались у колеса обозрения. Как сделать отдых познавательным и ярким, расскажет Илья Власенко. Отбросить все сомнения и стеснения. Да, это о жителях нашего города, которые пришли на необычную дискотеку в Центральный парк культуры и отдыха. Только светомузыка, самые известные хиты и тонны пены. Здесь волгоградцы всех возрастов, от мала до велика. Зажигательно, просто настроение сразу улучшилось, потому что здесь такое количество молодых людей, да и не молодых, и все с таким подъемом. Замечательно, спасибо за все это. Отличный концерт. Сем, тебе понравился? Да. Превосходно, молодцы. Мы приехали из Тамбова, попали на такой замечательный праздник, великолепно. И погода радует, и диджей просто великолепен. Очень круто, очень офигеть. Много эмоций. Все потрясающе, спасибо вам. Муа. В День России волгоградцы, не переставая, поздравляли друг друга с праздником. А главное, желали стране величия и процветания. Хочу, чтобы была стабильность, по крайней мере. Вот, все были здоровы и было... Не знаю, как сказать еще. Позитив был, побольше позитива. Всегда, чтобы улыбались, и будет жизнь прекрасна. Все хорошо, что было в нашем городе и вообще в стране. Из эпицентра событий, где пена лилась рекой, сухим никому уйти не удалось. Пена вечеринка супер, было классно, очень много пены, дети весело и все супер, спасибо. Единственное, что не взяли переодеться. Единственное, что из одежды, запасные штаны, сейчас ими вытираться и будем. В завершение празднования Дня России парк озарил красочный салют. Небо раскрасили красочные залпы. Среди них изображение смайликов, бабочек и, конечно, символ праздника – российский триколор. Очень реально нереальный салют, вообще прям понравился, суперский. Класс. Супер. Очень красочно, очень реалистично, как будто нам на голову вот так вот. Дискотека супер, салют шикарный, и в конце просто офигенный, обалденный, красочный. В этом году организаторы праздника и власти нашего города превзошли самих себя. Супер, вообще невероятно, красивый салют. Да, очень салют. Красиво. Здорово. Он очень был большой, красивый, красочный и, короче, очень сильно понравился. 12 июня в Волгограде прошли десятки мероприятий во всех районах города-героя. Жители и гости региона увидели исторические реконструкции, выставки, конкурсы, показы фильмов. Вместе со всей страной волгоградцы чествовали подвиги и победы героев России, выдающихся полководцев, воинов, государственных деятелей, деятелей науки и искусства, героев современной России. Илья Власенко, Рубен Тальский. Время новостей.